Предпраздничные хлопоты. В администрации округа прошло рабочее совещание по подготовке к празднованию Дня города. В этом году торжества пройдут 6 августа. Каким будет 1154-й день рождения Мурома, рассказал глава округа Евгений Рычков. В этот день муромляна гостей города ожидает множество развлечений и сюрпризов. Традиционно днем стартует фестиваль на Муромской дорожке, который соберет участников со всей России. Также в дневное время будут работать ремесленная ярмарка, анимационные площадки и мастер-классы. Кульминацией Дня города станет представление на набережной Оки. Самой изюминкой этого будет уже даже не салют, не фейерверк, а конкурс фейерверков. Это будет впервые в нашем городе. Будет, предполагается, 4 команды, которые поборются за главный приз между собой. Каждая команда делает свою программу под свою музыку. А муромляне затем проголосуют, какой из конкурсантов им наиболее понравился. Мы сделаем голосование в интернете на моем сайте, и уже кто победит, тот и заберет денежные средства.